Ponte Negra à noite. Здравствуйте, я вас. Я в институте, смотрю переста вуза. А я на дальней, там, где мы обычно сидим. Да, на втором этаже. Не втором этаже, а вот тут самый угол. С камерой. Ага. Давай. Да, скромно. Я сегодня не думал. Так, взял. Хочу сделать другое. Видишь, тихо, спокойно, сел. А, вы зарядили пару штук? Нет, я одну зарядил. Хочешь купить 5-6 штук, чтобы на 7-8 часов было. А они отдельно продаются? Да. Я думал, знаешь, купить один большой, блин, ты поставил, и будет проблема. А почему это маленький? Ну, это лет 500. Да, это батарея. Серьезно? Себе клипсы я бы уже накупил штук 8 себе, там и там, блин, и я бы горе с этими проводами. Мне осталось 7 минут. Я уже хотел к вам в Одессу ехать на соревнования. Ну что, хорошо? Состояние души такое. Да. Я в шоке, блин. Мальчики кинули, да? Да, и еще сдается. Я в шоке. Чернега. Как можно, блин? Я в шоке, блин. Это финал, да? Да.